Всем привет! Сегодня в свете того, что у нас все-таки карантин и треков выходит не так много, мы можем себе позволить разнообразить наш контент. Сегодня я послушаю казахского исполнителя, меня тут попросили, думаю, что-то я как-то не слышала. Не слышали мы давно Казахстана. У нас Скриптонит тоже Казахстан? Ну да, ну Скриптонит тут это, новый клип. Да? Ну, он обычно забанивается у нас новый, поэтому не будем его слушать. Итак, Рахымжан Жакайым, 18-25. Говорят, что мне понравится. Ну, я не знаю, говорят, чтобы я послушала. Надеюсь, что мне понравится. Песня 90-х, понятно. Все родом из Советского Союза, смотришь, все. Все однотипное, как у нас у всех. Друзья мои, ну так веселенько, все хорошо, ничего не могу сказать. Такая, как я говорю, песня 90-х, вот, моего времени, и все вроде как бы в тему. Нет, я вроде претензий не имею, но хочу сказать одно но. Вот есть песни 90-х, ну, такой стиль, да, как вот здесь был, но со своей какой-то изюминкой современности, которая меняет вот этот стиль и вот приносит какое-то свое очарование вроде как бы на современный лад. А здесь вот настолько было 90-е без всяких изюминок, что вот как бы ну совсем 90-е. Не хватило мне изюма. Как-то было все весело и однотипно. Может, в этом и фишка. Не, ну может быть, нет, мне понравилось, да, но вот до вау не дотянуло просто потому, что вот не хватило какой-то изюминки, очарования, вот чего-нибудь такого своего, вот какого-то вот налета, вот это вот, даже вот Казахстан-то не было, Советский Союз был вообще, без всяких вот этих, понимаешь, вот
Ну вот не хватило мне изюма, и поэтому из 10 баллов за музыку поставлю. Музыка была хорошая, 90-е в самом разгаре, вот поэтому 8 баллов. Вот. Ну, в общем, как бы снижу, за что изюминки не было, поэтому поставлю, наверное, 7 баллов из 10, вот по моим ощущениям. Хотя вроде бы все и хорошо, но... Есть копы. Ты зажралась уже просто, мать. Это я зажралась уже. Вот такая я. Всем пока.